меня разрывало вообще безумно, что я не знала, что уже сделать. Куда уже залезть, куда уже заскочить там для меня. Спасибо, родная. Наступної суботи ми знову побачимо на цій сцені Юлію Плаксіну. Два взрослих чоловіка просто починають скакати по сцені, як діти. Вообще такі тинь-тинь-тинь-тинь. Несовместимость какая-то, когда видишь ее с экрана или на сцене, и в обычной жизни это просто. А це наша з нею фішка, це ми говоримо по-дитячому. Так, она с виду сильная, все, такая боевая девушка. Она очень ранимый человек. Вот, Юль, ты правда, ты такая хорошая, ты, пожалуй, вот мало таких людей на проекте, вот, с которыми можно вот так вот посидеть и просто тупо помолчать. Сереженька Васильевич, у нас немножко неприятные вещи. У Юли катастрофа с горлом. Там вирусная инфекция, она сегодня петь не будет. Я розумію, що Юля стане Надією Сусідовою, він за нею буде триматися дуже довго. Але в мене є таке відчуття, що Юлія Плаксіна все показала, те, що вона вміє. Давайте просто попробуєш себе в цій пісні почувствувати. Не по я, внутрішнім слухом. Ага. Давайте. Знаю, что мне нельзя, все говорят, что нельзя. Потерпи немножечко, чуть-чуть выздоровеешь сейчас и споешь. Зазвучала музыка сегодня на репетиции. И я понимаю, что, блин, не могу я, ну не могу. Ну не могу все дать ему микрофон. Они высоко забрались, и это то место, та позиция, с которой нужно очень болезненно упасть. Даже без голоса она может это спеть, будучи вот в таком состоянии, натреснутом, что ли. Когда человек болеет, сложнее что-то доказывать. А мне прям еще хочется больше, что вот я болею, а нате вам. Юлия Плаксина. Yesterday my life was filled with rain. Right in.
Юлія Плаксіна на сцені шоу «Х-фактор». Юля, на тебе було приємно дивитися. Мені здається, оця нестримна енергія, яка вирує в тобі, цілком могла б забезпечити світлом кілька міст-мільйонників. Як на мене, про кращий початок цього раунду годі й мріяти. Ігорю, а тобі як цей гімн непереможного оптимізму? Добрий вечір, Оксана. Добрий вечір, глядачі. Ні, ну, дивіться, реально я побував в дорогому кабаре, де все яскраво, де прекрасна, симпатична співачка. Співає, правда, я не знаю про що. І що таке «I love you», дивлячись в стелю, мабуть, це ти про Сусідова. Це вона про мене, да, пела? Ну, ти чомусь на стелі сидів. Ні, я розумію, що пісня не наскільки глибока, як у Пугачови. Ну, тим не менше, я був на концерті Шер, Шер співає цю пісню. Мені не сподобалось. Мені не подобається, як Юлка переспівала цю пісню. Я стверджую, що ти заспівала свою версію краще, ніж оці дві співачки, які я навів. Серйозно. Абсолютно точно. Єдина проблема. Диви, я не піду на твій концерт, Юля. З двох причин. По-перше, я в цей момент буду на концерті Аїди. А по-друге, на твій концерт всі квитки купив Серега. Розумієш, яка ерунда. Дякую. Іро, тебе Юля зігріла промінчиками свого сонця? Ой, Плаксіна, щоб всі так пели, коли болеють. От правда. Ну, що правда, то правда. І навіть прощаю тебе, що у тебе платье сьогодні краще, ніж у мене. Іди, Плаксіна. А ну, у тебе краще, Іра, ти що? Зараз це всі слышали, Ігор Васильович. Молодець. Дякую. Серега, ти завжди дуже серйозний і сконцентрований. Здогадатися, про що ти насправді думаєш, майже нереально. А нам би дуже хотілося зараз почути твою думку. А його порвало минулого разу, Плаксіна. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Уважаемые зрители в залі. Уважаемая Оксана. Уважаемая Юля. Уважаемые коллеги. Добрый вечер. Я должен говорить правду и ничего, кроме правды. В этом эфире у нас осталось не так много эфиров до окончания нашего замечательного шоу, и поэтому настало время говорить правду. Юля, я очень восхищаюсь твоим талантом, и ты знаешь, что так было всегда. Но песни, которые тебе подбирает Сергей Васильевич Соседов, мне от эфира к эфиру скорее напоминают фоновую музыку. Понимаешь? Но от человека... Когда Пугачева была фоном, Бонни М была фоном, ты мне скажи. Или Нино Катамадзе когда была фоном? Сережа, всегда. Да ты что? Что ты тогда слушаешь, прости меня, Господи? Ничего другого от человека кенгуру я и не ожидал. И порвало меня в прошлом эфире не ты, а Сергей Васильевич Соседов своей выходкой. Ну, в общем, если ты будешь и дальше исполнять такие песни, я не приду на твой концерт. Придет. Юль, я надеюсь, что Сергей Васильевич будет выбирать тебе более яркие песни, которых ты достойна. Дякую. Сергію, я звернула увагу, що під час Юліного виступу ви і танцювали, і намагалися допомогти просто зі свого місця. Словом, емоції вас переповнювали. Ти що говорити, пісня-то яка? Пісня, яку пела і Елла Фіцджеральд, і Том Джонс, і Шер в початку своєї кар'єри, і Бонні М, звісно ж. Пісня стала візитною карточкою групи Бонні М. І як ми танцювали, хотів сказати, колбасились в совєтських дискотеках, в школі, да везде абсолютно. В то время, як це було здорово. І Юля воскресила во мне то время. Понимаете, артист настоящий вот должен уметь это делать, да? Нельзя вернуть любовь и жизнь, но я артист, я повторю. И вот Юля повторила во мне те воспоминания, те ощущения, которые я переживал. И это прекрасно, великолепно все было аранжировано. В стиле джаз-фанк мы решили сделать. Джаз и фанк. Фанк – это танцевальная разновидность в стиле соул. Что говорить, все уже, по-моему, сказано. И Юля, мне кажется, выздоровела в этой песне и выздоровела на сцене, потому что сцена лечит на самом деле. Сцена лечит.
И, конечно, надо сказать огромное спасибо джаз-бенду, нашему коллективу сегодня, сегодняшнему, кто сопровождает выступление наших артистов. Кавер-бенд Unity. Да, и особенно саксофонисту, прекрасному саксофонисту, который вытянул потрясающий проигрыш. Он очень сложный, там неудобная тональность для саксофона, и он сделал это блистательно. Браво вам! Дело в том, что Сергей Васильевич Соседов родился в музыкальной семье, и он раньше многих сверстников узнал, что такое сакс. Сакс – это секс. И секс здесь тоже был. Браво, Юля! Дякую. Шановні глядачі.